Доброе утро. Я хотел заснять весь день, на самом деле, от начала до конца, но пропустил момент того, как я встал, потому что я просто забыл морально о том, что надо снимать, и побежал как идя. Красотка. Ну как красотка? Спасибо. Спасибочки. Все, до свидания. Да-да, я пошел стричься срочно. Итак, в парикмахерскую сходили. Сейчас хочу порадовать Наську цветочком. Зайду в цветочный магазин, и мы продолжим уже заход в квартиру. Подарок цветочка. Потому что вчера меня бомбило, что я на нее срывался. Надо это добрее сделать. Итак, реакция девушки на цветы. Ну и что это такое? Так я не очень, ты снимаешь. Конечно, снимаю. Ну? Гопник такой. Слышал? Такой хорошенький. Ай, чукся. Пошел в душ, короче. Пошел в душ. Такой хорошенький. Ой, да красивый, красивый. Ну, красивее тебя. Пашка играет? Я ему прически делаю. А тут лаком тут так сбрызнуло? Сбрызнуло. Сбрызнуло? Смотрите. Так, пока. Он такой Джастин Бибер у меня. Так улыбнись. Улыбнись. Ну, улыбнись. Меня любишь? А что не улыбаешься? Ну, улыбнись. Ребята, простите, пожалуйста, что видео выходит не так часто. Знаете все почему? Паша просто какие-то отговорки ищет, на самом деле. Вот почему. Ребят, нормально же? Вообще, Такой чепчик. Ладно, сейчас переделаем. Давай, переделаем. Мастер все сделает. Да Паш, что ты такое лицо делаешь, как будто ты зэк какой-то? Вот такой вот стал. Идиот. Я, Настя, тебе цветок подарил? Подарил. Я тебе цветок подарил, Настя? Подарил. Вопросы ко мне есть по факту, нет? Что за это? За продания какие-то? В смысле? Я тебе цветок сегодня подарил? И что? Сейчас я должна тебе все с рук спустить? Что все с рук спустить? Все! Я тебя красивая. Я тебе цветок подарил? Плохой. Цветок не подарил? Плохой. Как жить? Не надо материальный, не на душевный, постоянный. Всемогущий. Видишь, я тебе прическу сделала, сразу успокоилась. Откуда эти женщины берутся? Такие хорошие. Умные. Умные. Умные создания самые на земле. Умнее создания нет. Дельфин и ты, больше никто. Все, Настя. Короче, мы сейчас идем на день рождения мамы Насти. Я не думаю, что мы там что-то снимем особое. Вот. Но возьмем фотоаппарат с собой. День с Пашей и Настей продолжается. У-ху-ху. Паша, пошли уже. У нас там веселье в соседней квартире, как всегда. Ну-ка, я, может, покажу.
Там не видно, там уже угомонились. Угомонились? Угу. У нас соседи веселые. Орут. Веселятся. Пьют, короче. Мы хотим еще сейчас создать проект, как оно будет расформировано. Он уйдет в шоу на канале Паша Настя Лайф. Скажите, как вы к этому относитесь? Это будет рубрика новая, как оно. Да, это будет рубрика «Как оно». Мы реально хотим из этого сделать что-то интересное, где мы будем делать обзоры на все. На все обзоры. Вот. Можете предлагать свои идеи, может, что вы хотите... Предложите, да, что вы хотите на обзор. Может, какое-то... еду, там, не знаю, вещь, шоу, дело, все что угодно. Вот, мы будем с вами вместе это обсуждать. Рубрика будет и про вещи, и про действия, и про все что угодно. В общем, ответьте в комментариях, что бы вы хотели. Мы желаем счастья, добра, подписывайтесь и до свидания. Вот зачем я сделал? Я уж не тёлка. И вот это вот тоже. Короче, давайте, мужики, до встречи и пока-пока.